Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. В описании видео ссылочки на телеграм-каналы, очень интересные, проходите, подписывайтесь. Ну а мы с вами, дорогие друзья, о вот этом интересном приложении. Это приложение называется Informer. Оно работает с клиентом на смартфоне. Ставится один клиент, значит, на часы и второй на смартфоне. И выглядит вот так вот. А иконочка у него такая же, точно как и на часах. Приложение достаточно уникальное и дает дополнительный функционал часам, таким как Galaxy Watch, начиная с 4 по 6, ну и других часах на Wear OS. Что значит там есть? Отражает на часах недавнюю историю, потом, с учетом гибких фильтров по приложениям и контактам. Я вам это покажу, как это все делается. Потом отображает мультимедийные сообщения, WhatsApp, там видео, аудио, изображение. Потом анимированные гифки и стикеры. Все это я вам тоже покажу. Позволяет загружать рингтоны в формате MP3 и WAV. И привязывать воспроизведение к появлению сообщений от отдельных приложений или чатов. Может читать вслух текст входящих сообщений. Позволяет записывать голосовые ответы и отправлять в любые мессенджеры. И вот об этом как раз мы и поговорим. Вот так выглядит само приложение, и мы с вами в настройках. Сразу скажу, что будет разыгрываться в данном видосе 10 годовалых подписок. Это согласовано, естественно, с разработчиком данного приложения. И он эти подписочки-то будет как раз-таки и раздавать. Ваша задача – пишите комментарии под этим видосиком. Мы потом в итоге выберем 10, так скажем, победителей, и разработчик раздаст вам самолично эти подписочки. Так же, как и мне в свое время он эту подписочку дал. Что мы, значит, имеем? Вот смотрите, если я открыл, здесь пока ничего нет, потому что история не сохранена. Так, дальше. Группировать сообщения, можно это сделать или не делать. История отражается, список всех сообщений, либо история отражает список недавних чатов. Лучше, конечно же, всех сообщений. Дальше уведомления о потере связи с телефоном, но это и так есть у нас, в принципе, на Самсунгах, можно поэтому этого не делать. Дальше, заготовленные фразы для ответов. Кстати, их можно включить, можно не включить, я вам покажу, как это тоже происходит. Вот мне сыночка, допустим, отправляет сообщение, вот в Телеграме оно приходит, и что мы с вами делаем? Идем вниз, и вот они, эти сообщения. Если убрать их заготовленные фразы, то их не будет, когда мне их опять сообщение придет. Пришло сообщение, и видите, фраз этих заготовленных уже нет. Дальше мгновенное уведомление сразу выводит карточку сообщения на экран. Вот как здесь вы сейчас видите, да, вот еще раз смотрите. Демонстрирую, сообщение набираю, отправляю. Причем с любых, как уже говорилось здесь, мессенджеров. Видите, все, карточка. В течение 10 секунд эта карточка также в настройках у меня есть. Это задано, будет видна. Сейчас 10 секунд пройдет, это карточка, хоп, видите, сама убралась. Видите, еще, это уже с чата пришло уведомление. Здесь отдельное уведомление у меня стоит, вернее, отдельная музыка на уведомление. Так, дальше, поехали. Удалять письма с часов. Это можно сделать, можно не делать. Оформление в темных тонах, либо нет. Выбирай шаблон вибрации. Тут их куча. Можно выбрать, либо вообще убрать шаблон вибрации. Дальше разрешение на доступ к галерее. Поле ввода клавиатуры. Отображать ответы в истории. Дальше ночные часы можно задать, чтобы оно не работало. Ну и соблюдение режима не беспокоить. Дальше голосовые ответы с часов, короткое нажатие на микрофон для записи голоса, длиной нажатие для диктовки. Дальше давать сигнал каждый час, рингтон тук-тук, слышать сигнал входящего сообщения. Можно его отключить или включить. Озвучивать сообщение. Кстати, какие приложения будут приходить, вернее сообщения, да, он будет их озвучить автоматически. Диктовать. Дальше уведомлять о вызове WhatsApp. Это я тоже вам продемонстрирую, а, наверное, сразу и покажу. Допустим, а потом уже пройдем к настройкам, как это все дело у нас лучше организовать. Звоню, значит, я себе на WhatsApp. И смотрите. Видите, идет звоночек. Я могу также легко ответить, без проблемы говорить через часики. Алло, алло, алло. Видите, все работает прекрасно.
Что у нас с вами здесь еще? Индикатор сердечного ритма тоже может отображаться. Да, использовать аппаратные кнопки для открытия и закрытия сообщений. А закрывать карточки вот как раз можно выставить 10 секунд, 12 или наоборот меньше, как хотите, короче. Ну вот, допустим, 5 секунд поставили, вполне достаточно. Дальше посылать ответ на недавний чат. Пропущенные вызовы, всплывающие и прозрачные, чтобы видеть сообщения других чатов. Умные редакции ответов, характер суфлера, вежливый. Здесь есть, да, и множественные ответы. При активном экране телефона часы вибрируют даже при включенном экране телефона. Либо это включить, либо убрать. Отменить премиальную подписочку. Но мы этого делать не будем. Очистить историю уведомления. Потом, что нового здесь есть, пожалуйста. Видите, и возможности загрузки собственных там приложений. Тын-тын-тын-тын-тын. И здесь все-все-все, что есть. Все те возможности. Теперь, значит. Короче, чтобы у нас не накладывались сообщения друг на друга с информера и те, которые доступны системно, заходим в настройки, уведомления и здесь. Вот. Отключайте все те, которые вы хотите получать сообщения через информер, отключайте их все здесь. Я здесь оставил себе только, короче, на получение звонков. Все остальное отключил и включил это на Galaxy и на информере. Здесь, значит, все, мы с вами проходим. Вот, допустим, WhatsApp. Или системный звук. Его раз включили, дальше вы можете ему задать здесь звук какой-нибудь. Либо, дорогие друзья, из тех, что есть по умолчанию. Либо, дорогие друзья, можно выбрать из загруженных. Либо загрузить. Нажали загрузить. Дальше переходите в папку, где они у вас эти загружены. Вот у меня, допустим, во внутренней папочке. Потом довланг. Здесь я выбрал звук. Один. Он не выбирается кучей. Просто один какой-то выбрал, вот, допустим, вот так, да, и все, вот он у меня здесь появляется, прогружается и работает. Также можно задать это к любому, видите, контакту, к любому контакту, к любому приложению, без проблем. Все, вот дали, открыли, допустим, на Chrome сигнал и задали, какой хотите вы этот сигнал сделать. Очень удобная тема. Galaxy Manager, пожалуйста, то же самое, режимы сценариев. Актив, если будет подключен, там, Яндекс.Дикс, любое приложение, все, короче, они здесь есть. Дальше, если вы хотите что-то получать отдельно, вот, допустим, Алекс, это разработчик данного приложения, я хочу, чтобы у меня на него приходил отдельный ringtone звук. Все, я его выбрал, нажал, сохранить. Теперь, когда он мне будет писать, именно этот сигнал будет. Также задать можно к любому чату, к любому, так скажем, отдельному контакту или группе. Все. Все вот это здесь, что есть в истории. Также даже к смс-кам привязать отдельные значения. Все это будет работать здесь. Вот в этом смысле отличнейшая приложуха. Больше, конечно, я вам показывать не буду. Единственное, что сейчас покажу, как с WhatsApp приходят видосики и все остальное. Допустим, смотрите. Мы с вами хотим отправить сейчас видос какой-нибудь. Ну, давайте отправим видосик один какой-нибудь. Не этот. А вот отправлю-ка я Давидушку лет 7 или 8 назад. Все. Вот видите, работают видосики. Фоточки, то же самое. Захотел фоточку отправить. Пожалуйста, отправил, выбрал любую фоточку. И отправил. Также она будет и здесь отражаться. Давид, фотография пришла. Вот она есть. Вы ее можете открыть и посмотреть. Также это все автоматом открывается без всяких проблем. Здесь что еще есть? Можно также отвечать. Допустим, открыли историю. И Давид. Вот у нас Давид. Вот так я один раз нажал. Давидушка, привет. Пишу тебе ответ. И Давиду приходит вот такое вот уведомление здесь. Его можно открыть и прослушать. Не в самом приложении, ну, отдельно, но тем не менее можно, короче. Давид, привет, я пишу тебе ответ. Оп. Все, Давиду ушло. Смотрим, вот ему пришло. И также со ссылочкой на голосовое сообщение. Он его открывает. И может его прослушать,
без проблем. Если же мы нажмем длинный таб, ну, допустим, давайте проверим, как это еще раз работает, чтобы для нас ясно все было и понятно. Допустим, долгий таб. Давид, привет, как дела? Это голосовой уже ввод. Видите, готово, все. И отправить. Здесь уже приходит без всяких проблем. И мы это сразу можем видеть. Вот такая вот классная приложуха, дорогие друзья. Естественно, я не все вам показал, иначе если все показывать, здесь просто очень много всего. Данное приложение постоянно обновляется и какие-то прибавляются новые фишечки. Поэтому, дорогие друзья, обязательно пишите ваши комментарии, и вы, возможно, выиграете подписочку. Но не забывайте, что у нас в описании видео есть телеграм-канальчики очень интересные. На них вы попадете и много что можете узнать. Также, дорогие друзья, подписка, лайк и, естественно, на канал. Спасибо за ваше внимание. До свидания. Всего доброго и до новых встреч.